Так, всем привет! Небольшой ролик для канала Владелец боевой классики. Давно не снимал влоги, решил немного для вас записать. В общем, я никуда не пропал. Работаю в деревне. Как всегда, строю гараж. Вот сегодня решил заезд сделать. Все здесь прокопал, в общем. Надо будет бетон еще месить. Вон какая гора земли. Запорожец пока стоит, все нормально. Тормоза так и не делал, ковырялся пару раз, так походу надо будет покупать новый ГТЦ и штуцера сюда. Только ручник есть и все. Так, сейчас посмотрим, как он заводится. Здесь у нас салончик все так же. Сигнал надо сделать. Прибраться тут. Пылище после зимы. А так, в принципе, все так же почти. А, нет, не все так же. Снимал воздушный фильтр. Ну, не воздушный, он масляный, наверное. Да, масляный снимал. Слил там черное масло. Все промыл бензином. И этот... залил другое масло. А так все нормально, но иногда бывает проблема такая. Все нормально заводится, вот когда газуешь, не знаю почему, или бензинасос, или здесь вот что-то с карбюратором, или ускорительный насос не работает. Когда газуешь, этот глохнет почему-то. В общем, надо будет разбираться. Я там поменял этот, как его, слоник, ну, который бензин брызгает. А так все нормально, все заводится. Сейчас небольшие сделаем покатушки здесь вот во дворе. Так, сейчас поезжу все так же. Так, ну что, поезжу все так же, в принципе, ничего нового нету. Надо будет тоже строить покатушки, пока не собираюсь заниматься кузовом. Хотел, правда, немного его подкрасить, а то он какой-то весь ржавый. Надо будет найти компрессор, ну там есть знакомый. Взять компрессор, пистолет, какую-нибудь краску купить и задуть его. Но пока работы много, пока не до этого. Сейчас запускать его не будем. Так. Здесь вакуума нету даже. А так, в принципе, движок все работает. Только бывает троит. Не знаю, свечи может или что. Надо будет разбираться. Сейчас запустим Запорожец, прокатимся на нем. Сегодня так, чисто вступительный ролик. Между делом, пока копаю, решил записать ролик. Пишите в комментариях, что с ним сделать. Подсток или какой-нибудь там тюнинг произвести. Я думаю, может снять эти пока white wall'ы. Диск покрасить белым заводской. Тоже его закрасить. Так-то ржавчин сквозных нету. Есть такие небольшие, но эта фигня зашкурится, загрунтуется. В общем, недочеты есть, но это все фигня. У него, видите, задок страшный и передок страшный, а так он по бокам ровный. Вот это место страшное. Еще вот ободки бы найти, может, у кого есть, пишите. Сюда бы хромированные ободки поставить или хотя бы резиновые, не знаю. Может, кого валяется без дела. Как видите, снял наклеечки вот с двух сторон. Только губку не трогай, слушай. Так, бензин залил. Вода сюда.
чуть-чуть бензина залил. 2 литра. Ну, нам хватит здесь один раз. Так, сейчас топливо подкачаем. Остатки былой роскоши. Запорожец 86 года. Подожди. Пары подкрыть надо. Че, ребят, сейчас поедем кататься. Вода сюда. Че, ключ на старт. Отойди подальше, сейчас будем стартовать. Ну че, давай стартуем. Короче, вырежешь это, а то долго.
немножко подлетел вот это. Так, ну что, весенний запуск. Ва-па-па. Бензин у самого кончился, не считается.